Говорят, в горном шале на Красной Поляне кипит работа. Может показаться, что здесь просто шлифуют лыжи и сноуборды. Но это маленькая спортивная хитрость. Едва различимый рисунок дает ощутимое преимущество в гонке. Техники Олимпийского комитета России, словно художники, придумывают десятки эскизов. Поверхности соприкасаются, пластик со снегом, возникает трение. Рисунок служат для улучшения скольжения. Лаборатории открыли специально для Сочинской Олимпиады. Здесь же, без отрыва от производства, тестовые заезды. Задача не просто сделать лыжи быстрее, а подобрать узор для любой погоды. В горах она может измениться 2-3 раза за день. Температура снега, температура воздуха, влажность снега, влажность воздуха. То есть это все учитывается. Соответственно, и тип снега, то есть это искусственный, смешанный, натуральный. Это похоже на конвейер. Сотни спусков в день. Датчики фиксируют скорость, качество скольжения и трения. Лучшие результаты заносят в базу данных, чтобы через 2 месяца ими воспользовались наши горнолыжники, сноубордисты, биатлонисты. Основная цель именно использовать преимущество своего поля. У нас есть возможность изучить эту погоду, попробовать на практике с наилучшими, скажем, результатами выступить на Олимпийских играх.